Вы когда-нибудь задумывались над тем, смогли бы вы спасти чью-то жизнь, рискуя при этом своей собственной? А вот героиня нашей сегодняшней программы смогла. Она не актриса из фильма и далеко не каскадер, и легко бы подошла под описание русской женщины из поэмы Некрасова. Да, та самая, что в горящую избу войдет. Так и произошло. Женщина ворвалась в полыхающий коровник, чтобы спасти жизни животным. Она ни на секунду не сомневалась в своем отчаянном поступке, но также не подозревала, что в скором времени ей понадобится самой серьезная медицинская помощь. Мы продолжаем цикл передач о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни».